попирающим святыни, разрушающим храмы Божия, истязующим братью нашу и осквернившим Отечество наше одно. Боже, мы ничто, совершенно ничто. А как вызвать помощь Божию? Ну, крайним смирением и кротостью. Крайним смирением. Почему Иисуса молитва? Ну, что она просит? Что звезд неба? Нет. Только милости, Господи Иисусе. Помилуй меня. Нет. Только милости. Больше ничего не просит. То есть это крайняя молитва, чрезвычайно кроткая. А кроткие молитвы, она все услышанная бывает. Почему эта краткая молитва, она чрезвычайно важная. И же мы ничего больше не просим, мы только просим от Бога милости. А в милости все.